Всем доброго утра! Сейчас ровно 7 часов утра в краю каньонов США. Привет, Аарон. Мама жалуется, что ты до сих пор не звонил. Сделай это ради нее, пожалуйста. До встречи. И сегодня у нас на грани возможного специальный гость. Аарон Ролстон. Господи, как же круто здесь оказаться. Спасибо тебе. Ну, спасибо. Вы заблудились, а я проводник. Что скажете? Порой я бываю великодушным героем. Главное, помните, все будет хорошо. О, боже! Аарон! Ты жив? Давайте, прыгайте! Не поминай лихом. Здесь я предоставлен только самому себе. Счастливо! Пока. Кажется, мы ему точно не нужны. Скажи, Аарон, ты действительно никому не сказал, куда отправился? В основе фильма невероятная история реальных событий. От обладателя премии «Оскар» режиссера «Миллионера из трущоб». Итак, я торчу здесь уже 24 часа, пытаюсь расточить камень, но безрезультатно. Осталось 150 миллилитров воды, которых должно хватить до завтрашнего вечера, если повезет. А значит, это конец. Мам, пап, я никогда не ценил вас, как должен был. Но я люблю вас. И всегда буду рядом. Один из лучших фильмов года. Потрясающая игра Джеймса Франко. Сильнейшая роль в истории кино. Не сдавайся, Аарон. Только не сдавайся. 127 часов. Нет ничего сильнее на Земле, чем желание выжить.